Ладно, думаю, это последние, которые я пропустила. В наши дни действительно много посылок. Особенно от семьи Apple. Их так много. А еще я очень жду наступления ночи, чтобы подарить доктору его любимые кексики. Чуть не забыла! Я еще собиралась положить это письмо. Ну, теперь осталось только наклеить на посылки марки с адресами. Это займет некоторое время. О, приветствую, босс! Вы сегодня немного опоздали. Все в порядке? Снег покрыл большую часть моего пути. Ну, я в порядке. Скажи, ты уже закончила список доставок? Да, я закончила. Это первое, что я сделала, когда пришла. Осталось только наклеить на посылке марки. Надеюсь, ты правильно указала адреса? Да, я все правильно сделала. И даже перепроверила. Не волнуйтесь. Очень хорошо. Потому что мы должны будем доставить все эти посылки сегодня. Так что поторопись с ярлыками. Доставить их? Вы имеете в виду все те посылки, которые я зарегистрировала сегодня? Да, их нужно доставить. И все сегодня. Ну, босс, их очень много, и все они назначены на более поздние даты. А не кажется тебе, что это был бы очень хороший рождественский сюрприз, если бы все получили свои посылки раньше? Ну, сэр! Никаких «но». Не отчаивайся. Я все равно доведу дело до конца. Так что поторопись, чтобы закончить раньше. О, нет. Я думала, что сегодня мы ничего не будем доставлять. Не отчаивайся, ты справишься. Мы должны поскорее с этим покончить. Крылья начинают сводить судорога. Ну, кажется, я закончила. А? Подожди, подожди, подожди! Не может быть! Это еще посылки? Это список семьи Эплов. Они все едут в один пункт назначения. Но здесь так много всех их родственников, что мне придется сделать два рейса. Уже темнеет. И доктор, наверное, ждет меня. Мне нужно торопиться, иначе я не успею к нему вовремя. Мои крылья уже немного побаливают. В конце концов, я решила взять все с собой за один раз, но посылки оказались слишком тяжелыми. О, это дом босса! Интересно, его семье тоже нелегко. В конце концов, он наверняка придет позже, разнося посылки пешком. Ты уверен, что это поможет тебе получить повышение? Конечно. Мое начальство озвучило, что те, кто работает в эти дни, повысят. А поскольку все посылки сегодня доставляются от моего имени, они подумают, что я самый быстрый, и самый преданный в этом деле. Уверяю тебя, меня повысят. Я даже смогу сам выбирать себе сотрудников. Что? Он никогда не хотел мне помочь? Он просто лгал мне. Все это ради глупого повышения. Доктор, извините за задержку. Где вы? Все еще не пришла? Это косоглазая пегаска. Надеюсь, ты не подумала, что у нас сегодня выходной. Босс, я хочу поговорить с вами, потому что вчера вы мне солгали. А? Я? О чем ты говоришь? Вы сказали, что поможете мне с доставкой, но не сделали ни одной из тех, что я подала. Это потому, что я закончил кое-какие незавершенные дела своего начальства. Да, я видела вас в доме с подружкой. Вы праздновали. Хорошо, я очень быстрый, поэтому я закончил раньше. Правда? Ну а я слышала об одном повышении и о том, как вы использовали меня, чтобы доставлять посылки от своего имени. Значит, ты это слышала. Ты очень любопытна в чужих домах, не так ли? Я думала, что ваша семья тоже будет опечалена вашим отсутствием. И я не ожидала, что вы так поступите со мной. Ведь вы не сказали мне о своем повышении. Я могла в эти дни доставить много посылок, чтобы помочь вам. Вам не нужно было так лгать мне. Вы не представляете, как мне было плохо вчера. Я так задержалась, что доктор уже спал. Это Рождество было первым, которое я провела одна. Я хотела насладиться этой ночью и провести ее с единственным пони, который хорошо ко мне относился и забавлял меня своими экспериментами. Мне это не интересно. Ты думаешь, я ничего не сделаю после тех неприятностей, в которые ты меня втянула? Я уже собирался предпринять меры, когда из-за твоего идиотизма
Несколько посылок прибыли не по назначению. Или, как мне кажется, посылки с неправильными именами. С тех пор, как ты появилась здесь, ты не доставила мне ничего, кроме неприятностей. Но это было только в начале. После этого случая я изо всех сил старалась не повторять ошибок. И с того дня я их не повторила. Как будто это великое достижение. Это твоя работа. Делать все правильно. И кроме того, ты должна благодарить меня за то, что я держу тебя здесь, несмотря на то, какой идиоткой ты иногда бываешь. Но я... А теперь замолчи и приступай к работе. Как только я получу то, что мне нужно, можешь валить на все четыре стороны. Мне не нужны инвалиды. Инвалидность? Он думает, что это забавно так обращаться ко мне. Он понятия не имеет обо всем, что со мной происходит. Из-за этого передо мной всегда закрыты все двери. Я не дура. Я не виновата, что родилась такой. Я не выбирала, чтобы у меня были такие глаза. Единственный, кто хорошо ко мне относился, это доктор. И вчера я оставила его только из-за всего этого. Я уже ухожу. Закрой все хорошенько, прежде чем уйдешь. И завтра я хочу, чтобы ты была здесь пораньше. Есть посылки, которые нужно доставить. Эй, ты не знаешь, где я оставил свой шарф? А? Не знаю, сеньор. Когда я пришла сегодня, на вас его не было. Ну, это не важно. Может быть, я оставил его в своем кабинете. Увидимся завтра. Пока. Как приятно. Сегодняшняя оценка поставила меня на первое место. И я уверен, что в ближайшие дни получу письмо о повышении. А? Поздравляю! Повышение! Еще не слишком поздно. Думаю, если я потороплюсь, то смогу добраться туда вовремя. И что, у тебя был счастливый конец? Как ты думаешь, это было правильное решение? Оно было единственным, на которое я была согласна. Ты могла предотвратить это, посоветовавшись со своей принцессой, с Твайлайт. Ее правление – дружба. Это чушь собачья. Шел, однако говоришь о нем. Ты буквально каждый день, и тебе совсем не лень. Этот путь не ясен, к саду ты примкнуть согласен. Передача для детей, как ты гордишься ей. Подумай головой, мультик розовый.